не расстраивайтесь, я его помню и люблю, этого человека. И еще раз могу сказать, что Алеша Тедуров написал стихи для тех песен, которые вы сейчас услышали. Это «Бабочки», это «Баллада о первом дожде» и «Школьный вальс». Чтобы не было вам обидно за него. Спойте, пожалуйста, песню «Голубка». Если вы хорошо помните фильм, то эту песню исполняет другой артист. Что, в принципе, не мешает мне ее исполнить, но при наличии знания текста этой песни. А так как я никогда ее... Правда. Я как-то даже не хотел забирать у Михаила Сергеевича его... хлеб его, хлеб это... Нет, правда, не помню, слов не знаю, но смысла нет. Мой старый сад, Ланфренд, Ланфренд, вот эта песня. Лети, моя голубка. Так что-то примерно. Вот так я помню эту песню. С вами хором могу попробовать, но вряд ли получится со словами. Так, дальше у нас что было? Кавалергарда, по-моему. Так, вот сейчас вот будет фонограмма, но ее надо сделать потише, чтобы не смущать слух. Меня заглушает? Это меня заглушает. Знаете, что это? Давайте. Ай-яй-яй. Сейчас я скажу, какой. 12. 12-й трек, это, ну, я думаю, у нас технические разговоры. Ну, тут же все свои. Это песня из фильма «За забытое участие», «Кавалергарда». Начал Чебуджава и Шварц. Насколько я помню, это конец. Да? Сейчас не громко, не громко. Типа тише. Нормально. Кавалергарды век недолг. И потому так сладок он. Трубы труба откинут полк. И где-то слышен старый звон. Еще ракочет голос струны. Но командир уже не в седле, не обещает дверью, любовь вечной на земле, не обещает дверью. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир под лунной, лежит тревога на челе. Не обещать тебе юной, любовь вечной на земле. Не обещайте тебе юной. Течет шампанское рекой, и взор туманится слегка, и все как будто другое. И все, как будто на века. Крест деревянный и чугунный назначен нам в грядущем гле. Не обещать день юный, любовь вечную на земле. Не обещайте день юной, любовь вечную на земле. Да.
живописца. Или, ну да, Гардемарин же в конце, поэтому... Хорошо. А вы знаете, мне кажется, вот после этой песни уместнее немножко другая, а потом живописца, ладно, если вы не против. Она будет обязательно. Просто она, как сказать, она оттуда, из того времени, это тоже... Великая Отечественная война. Наша первая имеется в виду. Сумерки природы, флейты, голос нервный, позднее катание. На передней ложке едет император в голубом кафтане. Белая кобыла с карими глазами, щелкой вороном. Красный пупок, крылья за спиной. Вслед за императором едут генералы, генералы солиды. Славой увиты, шрамами покрыты, только не убиты. Следом дуэлянты, влили адъютанты, блещут поэты. Все они красавцы, все они таланты. Все они поэты. Сумерки умолкли, флейты вдруг погасли, потускнели краски. Медленно и чинно входят в ночь, как в море, киллеры и каски. Не видать, кто главный, кто слуга, кто барин, из дворца, из хаты. Все слабее звуки прежних клавесинов, голоса былые. Очень правильно, да, потому что эта песня вообще существует несколько другой, ну, для слуха многих людей, которые слышали эту песню, да, потому что сам Влад Шалыч не исполнял практически последний куплет, хотя он написан был. Вот, он немножко будет другой, он придает некий другой смысл, так скажем, всему произведению, батальному полотну, да, потому что заканчивалось тем, медленно чинно входит в ночь, как Оля, кипки, вера и каски, значит, все слабее звуки прежних клавесинных глазов, все слабее запах от чая, дома, молока и хлеба, только топот мерный, флейт и голос нервный, да надежды злые. Вот эти как бы заканчивались. А вот последний, который я сейчас спел, он как-то, ну, все они солдаты. Вот для меня все-таки эта песня, вот как раз она более такого, более широкого смысла получается. И для него, наверное, тоже, я так понимаю, раз этот куплет был написан. Потому что все-таки это песня о том, что мы все солдаты, безусловно. И независимо от времени, в котором мы живем, к сожалению, вот такова мужская участь. Чаще всего бывает. Живописцы. Сейчас. Вниз. Где ваши кисти? Живописцы, окуните ваши кисти в тишину дворов орландских и в зарыву, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю.
Обнимите ваши кисти в голубой, по традиции забытой городской. Нарисуйте прилежный слепой, как слепой мы проходим по Тверской. Нарисуйте прилежный слепой, как слепой мы проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуете, рисуете, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы рисуете, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы как судьи нарисуете наши судьбы, нашу зиму, наше лето и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуете. Я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что вы чужие, вы рисуете. Я потом, что непонятно, объясню. После. Я понял.
Ну помогайте, ладно, если что. Да, все равно подсказывайте. Хотя я, в общем, все знаю, но по порядку куплет открыл. Эту песню я спою чуть попозже. Вот эту песню. Большая семья. Вопрос по поводу творческих планов. Значит, большую семью я больше не веду, к большому моему сожалению. Да, к сожалению, вот так получилось, что меня, как сказать, отстранили, да, уволили. Уволили. 3 года я занимался этой программой и был безмерно рад и счастлив тому обстоятельству, что она стала частью моей жизни. Но вот, к сожалению, так получилось, что теперь другие люди будут ее вести. Вот. Все это произошло из-за того, что я начал на другом канале вести другую программу, развлекательную, Куб, если вы видели на первом канале, да. И вот, к сожалению, там внутри такие сложные взаимоотношения между каналами, что вот они одни обиделись на других, не простили, и сказали, ну, в общем, как-то все это. К сожалению, все, да. А так как я вообще не сотрудник телевидения, у меня нет никакого эксклюзивного договора, и для меня это просто интересная работа, и та, и другая интересная по-разному. Потому что здесь, конечно, программа душевная, человеческая, о людях. Там развлекательная такая, очень игровая, совершенно разные жанры, разные фильмы, разные каналы, но тем не менее. Так отреагировало руководство канала «Культура», что, к моей печали, вот этой программы в моей жизни уже больше не будет в дальнейшем. Хотя вот эти 3 года, я считаю, что просто это, наверное, была самая большая для меня радость, если говорить о каком-то вот моих взаимоотношениях именно с телевидением. Именно с телевидением, не с театром, не с кино, там, с какой-то концертной деятельностью, а вот именно с тем, что называется, ведением программы. Ну, значит, время пришло, собственно. Так и должно быть. Я и не волнуюсь, я печалюсь из-за другого, что вот так вот, к сожалению, внутри все происходит, и мы не властны что-то менять и как-то влиять на это. Вот. Потому что я бы, честно говоря, и этой программой бы занимался всю свою жизнь. Ну, если бы, конечно, хватило столько таких семей, а я думаю, что могло бы хватить. В каком театре Москвы вы хотели бы служить? Да вот ни в каком бы не хотел. Даже большой бы не хотел. Ну, только потому, что он большой, так называется, большой. И даже в малом не хотел бы, несмотря на то, что закончил я императорское театральное училище имени Щепкина при Малом театре, когда-то это было императорское училище. Первое театральное училище было в России такое, ему там уже очень много ведь лет. Вот. Как-то не сложилась моя судьба с академическим и вообще стационарным театром, репертуарным театром. Так вот, на раз бы попробовать себя так в качестве, ну, просто на всякий случай, без ролей, ну, просто где-то так, вот правильно, спасибо, мне так помогаете засветиться. Засветиться, ну, что-то я, в общем, как не рискнул там засветиться, и тем более у меня очень достаточно успешной сталась карьера взаимоотношения с кино. Вот в тот период как раз вот был «Зеленый фургон», фильм «Скорость», как-то прям несколько таких картин, заметных и важных для меня. Поэтому свою судьбу с театром тогда я не связал. Потом была армия 1,5 года, а после армии уже были гардемарины. Ну, еще новый этап начался, тоже взаимоотношения с кинодеятельностью, с кино. А позже возникла антреприза из 95 года. Я начал работать в театре, первый спектакль, который до сих пор живет, кстати, это такая большая редкость для антрепризного спектакля, он называется «О людях и мышах», «Люди и мыши» по Стейнбеку. Причем такая драма с трагическим финалом. И как ни странно, как ни удивительно, в наше время, когда в основном спросом пользуются, ну, я имею в виду гастрольным спросом пользуются в основном развлекательное, комедийный жанр. Тем не менее, вот этот спектакль до сих пор идет. Вчера буквально мы его играли с Сашей Головиным, там играли там 7 артистов. «Американская жизнь простых людей». Вот Джон Стейнбек, казалось бы. Однако нет, искусство живо. Вот. И потом был ряд спектаклей, сейчас они тоже существуют. Есть мюзикл, вот «Любовь и шпионаж» мы играем с Ларисой Долиной, «Мата Хари». История о Мата Хари и русском режиссере Вадиме Орлове. Вот, с театром как-то, слава богу, у меня складываются отношения, но не с
репертуарным театром. Поэтому, если вот такой вопрос, я действительно развернут отвечаю на него, потому что часть моей жизни, безусловно, важная, театральное служение театру. Но такого театра, как в те времена, когда я выпускался, это был 82-й год, скажем, театр Таганки, Ленком. Ленком, правда, сейчас Ленком, но уже так не хочется, как тогда туда там работать. Может быть, есть какая-то роль, вот как Саша Валуев, он сейчас работает в Ленкоме, его пригласили сыграть центральную роль в новой постановке Марка Захарова. Вот он получает удовольствие, но он играет только один спектакль. Может быть, если вот так, то, наверное, да. А если вот так вот постоянно, то, наверное, все-таки нет. Потому что не все мне нравится. Вы знаете, я бы нашел, но он меня не нашел, Марса. Знаете, никак не найдет. Он нашел других замечательных артистов, Диму Певцова, Ракова, Витю, там, Лазарева. У него есть, вот моего возраста, артисты прекрасные, и они как раз играют ровно те роли, которые, может быть, наверное, как гипотетически мог бы я играть. Но судьба сложилась иначе. И я сейчас бы рад, что он именно так складывается, как у меня, потому что это отдельный совершенно мой путь. И, видимо, ну просто я не был предназначен для такого вот репертуарного театра. Вот и все. Я не хочу пенять никакую-то там на наши театры, вообще на театральную жизнь. Нет, в каждом театре есть один, два, несколько спектаклей даже вполне достойных, но вот такого организма, вот такого, как это было когда-то, действительно, вот этой студийности, духа современника, там, в те годы ефремовские, да, или там Таганки любимовские, той. Наверное, сейчас такого просто нет театра. Может быть, он родится вот-вот, потому что он появится, но пока нет, к сожалению. Поэтому, собственно, и цели, и мечты, такое стремление работать в каком-то сенсационном театре у меня не возникает. Вот, спасибо за вопрос. Значит, еще были пожелания виноградной косточка и все пока, хватит. Давайте любить, давайте любить. А Илья спел? Давайте взглянуть, конечно. Вам просто нравится, еще раз напись. Хорошо, в конце споем взять еще раз. Этим закончим наше сегодняшнее свидание. А? Старый пиджак. Старый пиджак. Вспоминать. Я много лет пиджак ношу, давно потерся и не новый, и я зову к себе портного. Пиджак прошу, я говорю ему шутя, перекроите все иначе, сулит мне новые удачи, искусство кровь и шитья. Я пошутил, а он пиджак серьезно так переживает, а сам-то все переживает. Вдруг что не так? Одна забота наяву в его сердце молчали, чтобы я выглядел счастливым в том пиджаке, пока живу. Он представляет это так, едва лишь я пиджак примерю, опять в твою любовь поверю. Как бы ты так, такой чудак, опять в твою любовь поверю, как бы не так, такого чудак. Я дарю тебе к светлому празднику множество всяких странных вещей, звон нежданных звонков, запах блюд, не изготовленных вовсе, и охапки цветов, не проросших еще, ароматных и бархатных. Удивление, надежду на добрую весть. Вид из окон еще
пор не распахнутых, на дорогу, которая, может быть, есть. Мужество ни о чем не жалеть, я еще не сказал. Там внутри. И мужество ни о чем не жалеть, да. И охапки цветов, и проросших еще ароматных и бар. Вы ко мне, Владимир, или от меня? И вам и Бакру. Так, больше нет пока пожеланий, кроме гардемаринов. Ахарбат. Ахарбат нет. Сейчас вспомним. Из редких песен. Шел троллейбус по улице, девушка шла впереди, ну или женщина шла впереди. И все мужчины в троллейбусе глаз сводили с нее. Троллейбус промчался мимо, женщину обогнал. Но все мужчины в троллейбусе глаз сводили с нее. И только водитель троллейбуса по сторонам не смотрел. Ведь должен хотя бы кто-нибудь все время смотреть вперед. Вот такая песня. На 8 марта хорошо ее исполнять. Посвящение женщин. Тьмою здесь все занавешено. И тишина, как на дне. Ваше величество женщин. Да неужели ко мне? Тусклое здесь электричество. С крыши сочится вода. Женщина, ваше величество, как вы решились сюда? О, ваш приход, как пожарище, дымный труд дышать. Ну, проходите, пожалуйста, что ж на вороне стоять? Кто вы такая, откуда? Ах, я смешной человек. Просто вы дверь перепутал. Улиц, город и век. Ну что, пора уже про любовь петь. Или еще? Ах, какие удивительные ночи, только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий и одинокий? Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий и одинокий? Скатся в конец апреля, путь держу я. Стали звезды и крупнее, и добрее. Что ты, мама, это я дежурю. Я дежурный и попрел. Ах, мама, просто я дежурю. И я дежурный, я попрел. Мой сыночек, вспоминаю все, что было. Стали грустные глаза твои все ночи. Может быть, она тебя забыла. Знать не хочет, знать не хочет. А может быть, она тебя забыла. Звать не хочет, знать не хочет. И с конца в конец апреля путь держу я. Стали звезды и крупнее, и добрее. Что ты, мама, это я дежурю. Я дежурный патриот. А мама, просто я дежурю. Я дежурный патриот.
не надо. Как жизнь без весны. Называется эта песня «Дороги любви». И там же и про жизнь, которая без весны. Как жизнь без весны, весна без весны, листва без грозы и гроза без молнии. Так годы скуши, без права любви лететь на призыв. И стон безмолвный твой. Так годы скучны, без права любви лететь на призыв. И стон безмолвный твой. Увы, не предскажешь беду. Зови, я туда отведу. Пусть горы за это отдам. Гадать о цене не по мне, любимое. Дорогой любви у нас нелегки, зато к нам добры белый мох. Полны соловьи счастливой тоски и весны щедры, возвратясь на север к нам. Полны соловьи тоски и весны щедры, возвратясь на север к нам. Земля, где так много разлук, сама обещает нас вдруг. За той, что любви, птица весны, они и зимой нам слышны, любимые. Пожелание исполнить свою песню «Как жизнь без весны», «Дороги любви». Написал вот эту пара влюбленных молодых людей, которые второй раз уже танцуют сегодня. Первый раз это был школьный вальс, по-моему. Теперь, видимо, это любимая музыка для исполнения танца, да, в вашей семье. Спасибо вам большое за это пожелание и за то, что вы просто являетесь украшением нашей сегодняшней встречи. Этот танец олицетворяет вечную любовь. Земля, где так много росток, сама повенчает нас друг. Задор!
что верны. Мы птица весны, они и зимой нам слышны. Любимые. Дети рождаются. Вот. Красивый и талантливый добавляет реплика из зала. А у вас дети уже есть? Нет? Будут. Так, ну что, практически все ваши пожелания, ну кроме тех, которые я просто не в состоянии удовлетворить. Да, вопрос можно. Конечно, нужно. Женский голос в этой... женский голос в исполнении дуэта из фильма «Гардемарина». Вот эта песня. Так, женский голос. Вопрос на зацепку. Я... армянская фамилия у девушки, она уехала потом в Америку, и я не запомнил. Так как это было... эпизодически, вот мы спели песни, в общем, по-моему, больше никогда не встречались в жизни. Я не запомнил, как это этой девушке. Потом столько раз я уже пел с другими исполнительницами эту песню. Нет, я с ней только один раз записал для фильма, и все. А потом уже вот я всегда пою с разными исполнительницами. Желающими исполнить эту песню со мной. Нет, я на постоянной дарине, я это не меняю, собственно. Просто действительно песни красивые, это дуэты, поэтому я там в двух звездах ее исполнял, а потом я на экране. Да. Да. А что-нибудь из Высоцкого? Из Высоцкого? Да вот я бы не трогал сейчас творчество Владимира Семеновича. А, нет, у меня есть одна любимая песня, но для этого нужно, чтобы мне кто-то из вас помог ее исполнить. Мне нужна дама, да. Дама. Ну, здесь разберемся на месте. Просим, да, папа, пожалуйста, добровольца. Раз, два, раз, два. О, хорошо, все работает. А это не важно. В этой песне главное танец. Помните, как Миронов? Главный танец. Вот так примерно. Представьте, пожалуйста. Лариса. Дима. Знакомая. Мы сегодня вместе приехали. Вы это пришли, параллельно. Я вот два круга сделал, я не узнал места. Вот, я если бы вы обратились бы, мы бы вас... Так все изменилось. Показали. С мая месяца очень сильно изменилось здесь ландшафт, как поменялся, природа, заборы построили. Вы на лыжи, вот мы с вами там. Я помню, два раза вот, с вами значит, надо бы сразу сказать, обратиться, мы повторили. Так я же не знал, что я думал, вы местные. Нет, вы из Москвы едете специально сюда. Не из Ленинграда. А вот с Ленинграда, значит. Из Ленинграда? Как зовут? Галя. Эта песня посвящается Галине, потому что называется песня «Уезжаю в Ленинград». Вы знаете эту песню? Я собираюсь. Собираетесь, вы знаете эту песню? Собираетесь в Ленинград? Сейчас, может быть, я вспомню. А? Нет, сейчас у нас тут драматургия целая. Подождите. Значит, он и она любят друг друга. Это знакомое вам состояние? Чувство. Было? Очень сильно было. Теперь боюсь. Это вы чувствуете? Расстались? А? Ну, в общем, любят друг друга, но расстаемся. Это как раз про нас с вами. Чего же мы с вами расстаемся? Ну, это бывает такое. Вот любят друг друга и расстаемся. А бывает правильно в жизни?
Бывает достаточно часто. Иногда потом встречаются. Иногда. Нет, дети. Нет, дети это всегда бывает. Красивые дела. А иногда потом. Они никогда больше никогда не видятся. Никогда. А иногда потом видятся, встречаются и долго и счастливо живут потом вместе. Нет, это хороший финал. Вен называется. Это весь Голливуд на этом строится, фильмы все. А наши все фильмы не на этом строятся. Сейчас современные. Это я вас так отвлекаю и развлекаю, но меньше вы расслабились. Слова простые. Как я рада? Повторяйте, как я рада? Да не стесняйтесь, скажите нормально. Вы же рады, что вы здесь сейчас находитесь? Да, я очень рада. Ну вот и все. Как я рада? Да. Ваши очень... слова, как я рада? Как я рада? Я такая. Я такая. Я такая. Ты такой. Ну, без выражения, сейчас просто надо слова запомнить. Я такая, ты такой, я плохая, и ты плохой. Я так... Ну, подряд их надо будет говорить. Нет. Я буду говорить, я буду так, когда это сделаю, значит, наоборот. Первые слова какие? Я так рада. Нет, как я рада. Как я рада. А, вторые. Я такая. Я такая. Видите, подсказываю. Я плохая, ты плохой. Все. Всего-то ничего. Господи. А? Вся жизнь в этих вот четырех словах помещается. Как я рада, я такая, ты такой, я плохая, ты плохой. Вот и все. Даже пяти словах, извините, неправильно посчитал. С арифметикой не очень. Это подтянуть можно, да. Подтянуть можно, арифметику. Ну представьте, что я это он, вот тот самый. Ну какой хороший был? Ну который был у вас, который вы любили. Вы же говорите, был? Был это ваш? Давно. Представляете, что сейчас? Это давно, давайте вернемся. Это давно, сейчас, вот в это время. Ну вы так серьезно, не надо, это искусство, это песня всего лишь. Так, погружение такое, глубокое у нас, в образ входите. Лариса. Лариса, извините. Это Чайка. А, Лариса. Лариса. Чайка. Да. Нет, не то. Не то. Ну Чайка, она говорит, это, я Чайка, нет, не то. Не то. Лариса. Поехали. Какие первые слова? Я так рада. Как я рада? Как это я важно. Как? Если что, подсказывайте. Значит, без моей команды не пользу. Вот смотрите за нами. Сделай, говорит. Понятно? Ситуация простая. Он уезжает в Ленинград, она его провожает. Действие происходит на вокзале. Он ее любит, она его любит. Но расстается. Такое бывает, вы сами знаете. Именно как вы рады. Вот только не знаю, насколько вы рады, что он уезжает. Посвящается Галине и Леониду Юрьевичу Гайдаю, потому что именно с этих стихов начался его творческий путь в далеком городе Иркутске. В 1941 году он прочитал эти стихи перед самой войной и имел оглушительный успех. И решил, что станет артистом. Вот он мне просто рассказывал по секрету, поскольку мы с ним дружили. Я снимался в его двух последних картинах. Вот. И вот эти самые стихи он прочитал и через некоторое время стал артистом, а еще через некоторое время стал выдающимся комедиографом. Какие первые слова? Молодец. Уезжаю в Ленинград. Как я рад. Как я рад. Двое тихо говорили, расставались и горели. Ты такая. Я такая. Ты такой. Ты такая. Дело было этим летом, мы все решили, все посетили. Как вы? Искать. Не, а что, им хуже от этого не будет. Ренат, представьте себе. Не хочу. Ну, хорошо, не представляете, но вы хотя бы можете представить, что сейчас любимый уедет? Сейчас уеду в Ленинград, и все. Ой, Лариса. Да, сейчас я буду с другой, девочкой. Слова эти, а смысл другой уже. А на душе уже? На душе все время. Все время на душе было. И до этого тоже было. Нет, не, но она еще думала о другом. Она сначала говорила, не надеялась, да. Да, а тут была... вдруг уже кульминация, короче, кульминация, да, по-нашему, да, по-спортивному, театральному. Да. Вот. Уезжаю.
уезжаю, идите от партнера по Станиславскому, я партнер. Идите от меня. Ну, не в смысле физически, не уходите. Эмоционально. Уезжаю. Ленинград. Еще раз уезжаю. Ленинград. Я не рада. На слезы, Павел, мы не проверим. Не рада, на самом деле. Шепотом скажите. Не, прям шепотом, со всеми медленно. Не, вот смотрите. Как вы так вот? Как я рад. Как я рад. Я рад уже тебе. Но когда... Дальше у нас песня продолжается, вы не думайте. Не гоняйте, что песня. Я же говорю, это кульминация. Но когда чудак в фураже, есть такие там, знаете, поднял маленький, тогда были такие, флажок, паровоз пустит барашки, семафор огонь зажег. Но когда 12:20 бьет звонок, один другой, и надо было расставаться. Дорогой. А если бы не подсказали? Зачем вы подсказываете? Я вот надеялся на ее... Дорогой. 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 А то нас никто не услышит. Дорогой. А я там услышу. Подождите. За мной же надо сказать. Подождите, я зачем сказал? Друг за дружкой надо. Не, подождите, я сразу же в театре сатиры, вообще вы все, конечно, помните, Анатолий Дмитриевич Папанов, выдающийся артист. Он такой аксакал был, и когда вот мы приходили в театр сатиры, ну, такие, как я, молодые артисты, их брали в труппу, и они подходили к аксакалу, к Анатолию Дмитриевичу, спрашивали, Анатолий Дмитриевич, ну, скажи, что главное для артиста? Он говорит, очень просто, значит, быстро, вовремя и наизусть, и друг за дружкой главное. Вот у нас друг за дружкой что? Дорогая. Тихо, нет, нет, ну подожди, ну, меня, я когда так сделаю, тогда уж, друг за дружкой. Дорогая. Я так рада!
сказать. Они поняли. Очевидно. Мы только приход сюда репетируем для нас. Когда я кругами ездил, они все не заглядывали в окна, я думал, они не узнали. Когда я подъехал, я вышел из машины, она подходит: вы богатым будете, мы вас не узнали. Было такое? Ну, был богатым. А слова запомнили? Ладно, дорогой. Вы, наверное, мне не говорите. Не, ему надо говорить дорогой, почаще ему говорите. Спасибо за микрофон. Все, спасибо вам большое. До встречи. Галина, вам песня понравилась? Вы раньше не слышали? Вы не слышали? А, специально же. Мы же готовились. Два месяца репетиции, чтобы вот так вот. А как вы думали? Любая импровизация — это же хорошо отрепетированная заранее история. Это вот надо было так умудриться, мне вот так вот не сказать точно. Это надо репетировать. Высокое мастерство. Спасибо. Причем действительно, вот в этом исполнении, в этой песне, чем хуже, тем лучше, понимаете? Потому что если все правильно спел, ну и что, ну и все так поют, да? Да. А? 72 года назад случилось. Да, да, Саня Юрьевич, да, именно так действительно, так и случилось. Именно вот эти стихи Иосифа Уткина, они написаны до Ани, по-моему, в 30-м году он их написал, уезжали на «Чудак в фуражке». Ну, сейчас тоже есть «Чудаки в фуражке». Ну и без фуражек тоже есть. Нет, никакой политики, я просто не люблю. Люди разные, да, фуражки, кепки. Так далее. А, ну, по-моему, все уже. Хватит. Свое? Еще свое? А что еще? А я же себе сказал, вот это одна из моих самых. Да, создайте любимую. Любимая, но она как-то такая вот, мне кажется, правильная. Потому что всякий праздник хочется разделить теми людьми, которых уже нет. А вчера приглашали попеть люди милые, но незнакомые. Я им пел, чтобы дома их согреть, свои старые песни и новые. Только песни-то стали не те, по-другому поется и движется. В разлуке уже столько лет, не болит ничего и не пишется. Хоть бы раз суета нас свела, пусть больными фришинами я. Какая бы встреча была, если бы все были живы. А какая бы встреча была, если бы все были живы. А с чего показалось хандрить? Ты такой же почти. И гитара, да, и хозяйка какая, смотри. Ну чего же еще тебе надо-то? А я слышал, гитара врала, и слова были живыми. А какая бы встреча была, если бы все были живыми. А какая бы встреча была, если бы все были живыми. Я ушел, чтобы весел был дом. Вот шептал хозяин, обидимся. Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся? Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся? Thank you.
еще одна для меня. Этап вот, предыдущая была Олега Митяева песня, поскольку авторов надо называть, как я понимаю. Кстати, вот Иосиф Уткин это стихи только написал, а музыку Александр Суханов написал, чтобы не обидно никому было. Андрей Макаревич, «Бытовая зарисовка» называется эта песня, написана очень давно, такая не рок-н-ролльная музыка, это песня для гитары, которая в Андрея Владимировича случается, тоже иногда. Посвятил ему эту песню когда-то Александр Розенбаум. Времена, как будто бы, когда он еще был настолько известен и знаменит. Раз артист, так с песней, да здорово и дай. С жизнью интересный, сладкий, ненормальный. Он для сердца, для души, нам на праздник поздно. Раз артист, оно бы пришло, ты для того и созданный. А ему не пляшется, он бедняга мается. И хозяйке кажется, что артист ломается. И шутя, естественно, она скажет: знаете, видно, вы известны, нас не уважаете. Только зря старались, знай, будьте форте. Вы, видать, сознались, стали больно гордыми. Понимаем ли это мы в нашем понимании? Раз жизнь полна букета сгони. За столом висели, а за столом гуляли, а он идет без фильма и без свидания. Тоже номер на эфире просчитанный, знать не только с гонором, но и невоспитанный. Жизнь полна вокзалами, номерами бедными, и лицо усталое, и без грима бледное. Полночным поездом плакать так захочется от своей бездомности и от одиночества. Туда-сюда ходите просто. Одинокий гитарист Юрий Висбор. Одинокий гитарист в придорожном ресторане. Черные свечки и кипарис между звездами в окне. Он играет и поет, сидя будто в черной раме. Море черное за ним при прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимый и страдавший сигарет сделал этот поворот. Ах, удача, Боже мой, услыхать в стране родимой человеческую речь. Разложение нежных нот. Ресторан был пустой, две танцующие пары, два дружинника сидят, обеспечивая мир. Одинокий гитарист с добрым Генделем на пару поднимает к небесам этот маленький трактир и летает, как дымок. Христианская идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло. Он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-то будет добро. Победит в борьбе со злом. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас.
ночи. Два зона безверия, колокольчик под дымом. Одинокий гитарист, но спасает нас в ночи. Позорного безверия, колокольчик под дымом. Одинокий гитарист. Уже сколько, я уже сбился со счета, сколько песен у меня спел. Поэтому я, наверное, все-таки по просьбам зрителей, публики, вас лично, не знаю, простите, как вас зовут, Маргарита Михайловна, хочу исполнить в завершении нашей встречи песню Булата Чакуджава, которая прозвучала в фильме «Ключ без права передачи». Этот фильм я очень люблю. Этот фильм вышел вместе с тем самым розыгрышем, с которым началась моя жизнь в большом искусстве кинематографа. В этом фильме снималась моя близкая подруга Марина Левтова. Вот она прилетела сейчас, видели, да? Птичка, это всегда так бывает. Вот, хорошо, что мы ее вспомнили. Вот, и Булат Шалыч выступал и пел эту песню вот в этом фильме «Ключ без права передачи». Давайте восклицать, давайте на этом закончим. С этого начнем. Новые утра наши писать, друг другу восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте договорить друг другу комплименты, ведь это все в любви счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврось, а то попеременно. Не надо придавать значение злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, что, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая. И этот рав у нас таков. Зачем травим, скажи на милость, такое множество врагов. Но на судьбу не стоит дуться, там у других, дай бог, весь день здесь у нас друзья идутся. Была бы честь, была бы честь не вешать нос. Гармонины, дурна ли жизнь, и хороша единый бар. Единый парус и душа, судьба и родина едины. Дела любви, как фундамент, стезя влюбленных такова, что лучше из них за счастье мир не мешает отдала. Нож понеслись, и мой удар течет, ведь неосторожная тишина. За долгий взгляд, короткой встречи, ах, это право не цена. Не вешать нос, гардемарины, дурна ли жизнь, и хороша, как сегодня, единый парус и душа. Единый парус и душа. Судьба и родина едины. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте любимы. И любите, конечно, добро вам.
отвечает. Что мне случилось, это большое изменение. Здесь, на улице, здесь, и вешать нос, попробуй вместе. Раз, два, три, и вешать нос! Цель! Карнавалины! Дурная жизнь! И хороша! Единый парус и душа! Единый парус и душа! Судьба и Родина! Единый! А теперь правильно. Мы едины. Под этим парусом. На этом корабле. Который называется... Булат, спасибо большое. Спасибо.